юбилею у «Анакондас». Они просто феномен российской музыки. Всего за 5 лет группа умудрилась стать любимчиками и рэперов, и рокеров, и просто всех думающих людей. Давайте же узнаем, в чем их секрет. Поздравляю с юбилеем, во-первых. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет популярности? Как за 5 лет вы стали такими известными? Это очень сложный вопрос, потому что он хранит в себе ошибку. Какую ошибку, я не буду говорить. Хорошо. Артем, какая? Так, секрет — это мазь Преображенского. Расскажите, пожалуйста, о вашем названии немножко. Вот «Анакондас» — это такие змеи, которые, знаете, кусают, а потом такие: «Извини, бро, пойми, так нужно было». Самое главное, что эти змеи, они большие и длинные. Другого у них как бы преимущества нет. Смысла жизни другого у них нет, только быть большими и длинными. Поете много песен на социальные темы. Расскажите, вы просто хотите что-то изменить или высказываетесь, потому что не можете молчать? Вот немного об этом давайте. Мне надоело безработица в нашей стране, нищета. Вот эта инфляция, гнетущая. Вот эта гнетущая инфляция. Что-то внутри, что-то во мне растет в глубине. Вот эта нетерпимость к инфляции. И повышенная гражданская, значит, наша. Что? Ответственность. Ответственность привела нас к такой жизни. Мы хотим изменить мир к лучшему, чтобы каждый человек задумался о жизни и все прочие вещи. И вообще подумал просто. Есть у вас такая фраза в песне: «Т9 нас знает, мы знамениты». Значит ли это, что вы не сильно стремитесь к массовой популярности? Во-первых, массовой популярности. Массовой популярности. Стремимся, конечно. Вот какие мы песни пишем про политику специально, на остро-социальные темы пишем песни, про любовь пишем песни. Мы, чтобы people хавал, чтобы они прям услышали, это же про меня, о боже, как я хочу отдать этим ребятам свои деньги, свой, там, не знаю, свое время. Стремимся я к тому, что да, мы... Я не понял просто связь между Т9 и популярностью. Ну, в смысле, достаточно, чтобы нас и Т9 знал, и этого... Я даже свой телефон не смог заставить выучить это слово, оно подчеркивает красным все время, так что... Змейкой подчеркивает. Но все-таки не знает вас Т9. Нет, не знает. Ни Т9, ни автозамена, ни словарь. В Википедии мы появились недавно. Эй, да! Ну, все равно, как бы то ни было, мы вас очень любим, вы прям запали нам в душу, поэтому спасибо вам. GTV тоже запали к нам в душу. Спасибо вам, удачи на концерте. Спасибо. Спасибо. Дела не ждут. Я соблюдаю режим, радуюсь, что жив. Времени вагон, релакс, некуда спешить. Улица кишит людьми, а вокруг ни души. И только телефон в кармане глухо дребезжит. Я соблюдаю режим, радуюсь, что жив. Времени вагон, релакс, некуда спешить. Улица кишит людьми, а вокруг ни души. Стою на остановке.